Буквально час назад, дорогие наши зрители и подписчики нашего канала, наши источники шоу-бизнеса сообщил нам трагическую новость. Все помнят и любят российского актера Дмитрия Харатьяна. Многие до сих пор являются его прямыми фанатами. Сегодня нам стало известно, что в шоу-бизнесе появился такой слух о том, что российский актер Дмитрий Харатьян вчера ночью был госпитализирован в одну из частных клиник, где до сих пор и находится в тяжелом состоянии. Информации пока очень мало, друзья. Об этом еще никто не знает. Мы решили сегодня обзвонить друзей, знакомых и даже родственников Дмитрия Харатьяна. Никто ничего не знает. Скорее всего, просто не хотят об этом разговаривать. Мы проследим за развитием этого события, мы постараемся все-таки найти источник и узнать, что же на самом деле случилось с Дмитрием Харатьяном. Поэтому, друзья, придерживайтесь нас, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, чтобы завтра утром не пропустить свежий выпуск новостей из мира шоу-бизнеса. Будьте всегда с нами, друзья, и до скорых встреч на нашем YouTube-канале.